это все, что осталось от некогда красивого деревянного дома в одном из сельских округов Анапского района. Причина возгорания проста. Владелец пренебрег правилами пожарной безопасности при монтаже печного отопления. И результат такой халатности не заставил себя долго ждать. Как рассказывают сотрудники пожарного надзора, в этом году количество бытовых пожаров существенно увеличилось. Чаще всего они связаны с неправильной эксплуатацией печного оборудования. Запрещается разжигать печи легковоспламеняющимися жидкостями, бензином, керосином, дизтопливом и тому подобное. Оставлять печи без присмотра, а также оставлять несовершеннолетних детей, чтобы они смотрели за печным оборудованием в момент топки. Хранить дрова и уголь непосредственно рядом с печкой и перекалывать печи. Также перед отопительным сезоном необходимо провести очистку дымоходов и мест складирования золы. Для предотвращения несчастных случаев в Анапе созданы специальные рабочие комиссии, в состав которых входят представители администрации и надзорной службы. Особое внимание сельским округам, дачам и сотам. Соблюдение пожарной безопасности регулярно проверяют и в домах семей, которые находятся на социальном контроле. Специалисты Госпожнадзора проводят профилактические беседы, вручают памятки. Ведь привести к беде может даже такая неплотно прилегающая печная дверца. Однако не стоит терять бдительность владельцев домов, куда подведено голубое топливо. Газовое оборудование также необходимо держать в исправности и вовремя проходить техобслуживание. В этом доме с отопительным котлом все в порядке, а вот нагревательная колонка явно нуждается в ремонте. Хозяйки вынесли предупреждение и еще раз напомнили о правилах противопожарной безопасности. Все выключаем, вот это у нас газ выключается, только если мы куда-то выходим, мы сразу закрываем, потому что у нас дети маленькие. Такие выездные профилактические мероприятия приносят свои результаты. Жители действительно начинают внимательнее относиться к эксплуатации печного и газового оборудования и стараются не пользоваться самодельными приборами отопления. С отделом надзорной охраны постоянно в тесном взаимодействии. Выезжаем на мероприятия, на акты, встречаемся и на мероприятиях по пожарам, по профилактике и проводим инструктаж граждан. Сельская местность, люди привыкли разводить костры и часто забывают о пожаробезопасности. Поэтому напоминание является профилактикой и предупреждением гибели людей. С наступлением холодов риск возникновения бытовых пожаров только увеличивается. Юрий Поляков поручил главам сельских округов совместно с пожарной службой усилить профилактическую работу. Уже составлены списки домов, находящихся в зоне риска. В ближайшее время комиссия проведет расширенные подворовые обходы.